И, ребята, всем привет! Сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Ну как Майнкрафт? Сегодня мы будем проверять лайфхаки из ТикТока. Лайфхаки из ТикТока, да? У нас сегодня будут лайфхаки из ТикТока. Мы будем смотреть вот ТикТок и будем смотреть. Будем их проверять в нашем Майнкрафте. Но для этого нам понадобится ТикТок. Вот, ребят, наш любимый ТикТок. Так, давайте, ребятки, посмотрим. Так, строим такой вот механизм. Так. Так, дальше. What the fuck, это реально работает? Сейчас мы это проверим. Все, ребятки, мы продолжаем играть. Но вот мне кажется, это не работает. Но для этого нам нужно вначале сделать так. Ну вот, вот так лучше, намного лучше. Значит, нам нужно взять так. Блин, реально очень похоже. Так, для этого нам пригодится вот такая вот фигня. Так. Чтоб нам кстати, портал в ад, нам нужно вот это. Вот это. Что, начинаем? Идеан. Так. Сейчас нам нужно создать. На всякий случай. Вдруг он я переборщу. Тогда вот, ребятки, сейчас построим. Портал. Так, Эндерпортал. Портал. Ад. Все. Все, вот такой вот портал. Ад. И погнали. Так, давайте посмотрим. Так, давайте позырим. Так, угу, все, чернулись. Нам нужно взять яйцо спавна. Где у нас наши... Блин, я уже... Ой. А, нет, это не тот. Все, ребятки, я спавнил пиглинов. Значит, нам нужно стекло. Так, стекло. Стекло. Дальше нам нужно дерево. Угу. Так, что нам еще надо? Переходник. Сок. Что там было? Я уже забыл, какой. Ну, по-моему, один был. Пиглин, иди сюда. Три пиглин. Ой, прости, пиглин. Прости. Тут тихо-тихо. Двигаться. Блин, ты пиглин. Сейчас, погоди, это, ребятки. Там, по-моему, еще нужна вот такой вот материал. Я сейчас построю и вернусь к вам. Ребят, вот я сделал этот процесс. Дальше. Так, как он там еще делал? Вот так, по-моему, что-то делал. Вот так, что-нибудь туда поделал. Потом вот так. Я не короче, ребятки. Я сделал вот саму технику. Что не работает, да, но это я, ребята, кинул. Может быть, заново? Ребят, давайте попробуем вот так вот сделать золотой блок, поставить. Ставим. Нет, ничего, ребята, не происходит, ничего не работает. Все, ребята, там не рабочий лайфхак. Ребята, этот лайфхак не рабочий. Ой-ой-ой. Ну, ребята, этот лайфхак, он не рабочий, так что он не засчитывается. Все, погнали дальше.
Ребятки, этот лайфхак, он не засчитывается. Продолжаем дальше. Вот так, ребят, давайте... Давайте, ребят, продолжим. Уже ночь. А, ну, ладно, тогда мы, в принципе, порвемся вот тут. Время. Ой, я вообще не то время заспавнил. Время, день. Все. Все, ребят. Так, а, значит, все не нужно, мы выкидываем. А, я... Ой, ребят, я же забыл вам показать лайфхак. Ну ладно, а я уже его сам сделаю. Чтобы вы знали, рабочий он или нет. Значит, нам, ребят, нужно выбрать хорошо зону. О, тут даже деревня есть. Ну, деревня нам сейчас не нужна. Нам нужна большая зона. О, ребят, вот я ее уже нашел. Вот она. Все, ребят, я к ней лечу и... Все, в принципе, будем смотреть наш лайфхак. Сейчас я капельку расчищу, это будет не очень много времени. Так, значит, берем, ну, я его сделаю. Вот, ребята, мне осталось только вот так, 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 так. Наверное, вы все знаете эту, ну, технику. Ну, не может быть, что вы не знаете, потому что... Я как бы ее тоже знаю, ребят. Ой. Вы ее 100% тоже знаете, что я сейчас буду делать. Если вы не знаете, вы должны подписаться на мой канал, если вы не знаете, что я сейчас делаю. А, так, так. Угу. Спавним зомби. Спавним. Стоп, нам нужно яйцо жителя. Ну, вот житель. Один житель. Вот. И много зомби. Нет, это... Это что? Мне кажется, я, ребят, неправильно капельку сделал. Да. Все, ребятки, я построил заново. Тут, в принципе, житель. Так, так, ребят, всегда, если полночь, полночь. Ой, я тут даже ничего не вижу, давайте капельку. Ночь. Ничего не изменилось? Что? Он же работает. Так, или что-то не работает? Куда вы погнались? Ребят, мне кажется, я что-то неправильно сделал. Ну ладно, сейчас заново все сделаю. Ребят, и сейчас я сделал другую вот обстановку. Тут по два блока. Вот, в принципе, вот тут заколотил все. Тут сделал, чтобы жить. Я сделал, чтобы житель смог пройти тут вот так. А не позволит. Ну, короче, все, давайте посмотрим, работает ли это. Или нет, время. Закат. Нет, зомбик. А я не тут. Нет, он не может. Но они могут проходить, и этот лайфхак не работает. Ну, ребята, вот такие вот дела. Сегодня у нас не один лайфхак, из ТикТока не сработал. Напишите в комментариях. Я знаю то, что тот лайфхак, который второй, самый последний мы делали, он работает. Я не до конца это знаю, но пишите в комментариях. В принципе, будем смотреть, он работает или нет. Всем пока-пока. Вы были на канале Яри.